Наблюдаем, ждем, когда будет все здесь красиво, посмотрим, как будет использоваться этот парк. Жители 4-го Б-микрорайона до сих пор не верят, что пустырь возле дома номер 19 по улице Шевченко совсем скоро станет сквером. Заросли убраны, а на их месте уже появляются пешеходные дорожки, бетонные основания для спортивной площадки, монтируется освещение. Осень – непредсказуемое время года, когда каждый сухой день на счету. Будем ловить погоду, то есть это самый сейчас для нас фактор такой, который может отодвинуть эти сроки. А так, к концу сентября планируем закончить. Но сроки не главное. Важно, чтобы качество не страдало, уверен главный архитектор балаковского филиала АО «Апатит» Александр Никулин. Он практически каждый день бывает на объектах, которые благоустраиваются в Балакове на средства, выделенные компанией «Фосагро». Химики в прошлом году направили на эти цели 170 миллионов рублей. В этом еще 100. Основная часть – на восстановление тротуаров. Уделяют внимание и общественным территориям. Будет детская площадка, рекартан, 2 миллиметра, качели для самых маленьких, мафы, лавочки – ограждение небольшое, пешеходные дорожки, асфальтирование, установка бордюрного камня. Александр Никулин рассказывает, какой будет территория рядом с детской поликлиникой в 6-м микрорайоне. Комфортный уголок и ровные тротуары здесь были просто необходимы. И хотя ремонт еще не закончен, маленьким пациентам и их родителям уже стало удобно ходить. Для людей все делают наконец-то. Дорога хоть хорошая. Раньше с коляской вот так вот надо было идти. Сейчас дорожку делают, все приятно, красиво. Были ямы и камни. Сейчас идем с удовольствием по такой дорожке. Очень красиво. А это сквер в поселке для многодетных семей в новом 21-м микрорайоне. Здесь ранее была установлена детская площадка. Теперь вокруг нее появляются пешеходные дорожки, лавочки, фонари, а рядом небольшой спортивный комплекс. Футбольно-волейбольная зона, как обычно, баскетбольное кольцо и, в общем-то, и ограждение. 4-метровая сетка. Подрядчик, выполняющий работы, сразу же устраняет все замечания, если они появляются, говорит главный архитектор балаковского филиала АО «Апатит» Александр Никулин. Работа кипит, ведь все общественные территории надо сдать вовремя. Завершающим этапом станет озеленение.